В Кашхабском районе открылась местная организация Российского союза молодежи. Главной целью этой организации является включение молодого поколения в социально-экономические процессы, создание для него благоприятных условий для самореализации. Этот список можно еще продолжать, но главное, что старт для этой работы уже дан. Учредительное собрание местной организации прошло 23 января в актовом зале администрации района. В мероприятии приняли участие начальник управления образования Асиат Берзекова, специалист отдела по социальным вопросам администрации района Анжела Гумова, председатель Адыгейского регионального отделения Российского союза молодежи Беслан Мугу и его заместители. Открыла мероприятие заместитель председателя регионального отделения Дана Сташ. Рада видеть, вижу знакомые лица, потому что мы не первый раз с вами встречаемся. Напомню, что совсем недавно, в октябре прошлого года, у нас в Кашихабльском районе прошел слет сельской молодежи НАРТ. Мы собрали около 70-80 молодых ребят и девушек, которые активно себя показали, и мы пришли к выводу, что в данном муниципалитете обязательно должна открыться местная организация Российского союза молодежи в самое ближайшее время. Я для начала хотела бы выразить от лица всей организации большую благодарность администрации Кашхабльского района за то, что позволили нам сегодня приехать, организовать подобные мероприятия и поблагодарить за ваше присутствие. Далее с приветственным словом к присутствующей молодежи обратились начальник управления образования Асиат Берзекова и специалист отдела по социальным вопросам Анжела Гумова. Ваш энтузиазм сегодня воодушевляет. Будущее за вами. Рада буду сотрудничать рядом с вами на любой вопрос, по любому вопросу, по любой проблеме. Можете обратиться к старшим, лично ко мне. Мы всегда будем поддерживать вас. Желаю успехов в работе совместной и такого же энтузиазма. Хочу видеть во всех ваших делах. Таких организаций у нас на территории района не так много. Поэтому вы у нас как первая ласточка. Поэтому надеемся на активное ваше участие, на ваш энтузиазм, чтобы вы ко всему подходили деятельно, как сказала глава, всегда открыт к любым диалогам, к любым предложениям. Поэтому мы рады, что вы у нас есть. Здесь рядом. Мы все готовы всегда вас выслушать. Наши двери всегда для вас открыты. Поэтому всех благ вам в ваших начинаниях, в наших начинаниях. Всего вам всем нам самого лучшего. Гости рассказали участникам о работе Союза. В этот день в ряды Кашхабльского отделения Союза вступило 10 человек, а председателем местной организации стала учащаяся 10 класса Кашхабльской школы номер 2 Саида Корохова. Меня зовут Корохова Саида, я учусь во второй школе Кашхабльского района, мне 16 лет. Также участвую в детском общественном совете Республики Адыгея. Очень хотелось бы ознакомить наших учителей, всю нашу молодежь побольше со структурой РСМ, рассказать им вообще, что оно из себя представляет. Также хотелось бы начать проводить мероприятия для нашей молодежи с целью улучшения их социальной жизни, чтобы они увлекались общественной деятельностью, поняли, что такое РСМ, рассказать им о том, что это такое, чтобы они находили себя, и чтобы наша молодежь, в принципе, стала более такой сплоченной, дружной. Также хотелось бы еще провести соревнования по различным видам спорта среди всей нашей молодежи. Молодежь у нас достаточно спортивная, поэтому, я думаю, это мероприятие у нас получится. Также, опять же, активное вовлечение нашей молодежи в общественную деятельность РСМ. Немного о команде. Мы являемся учениками 10 классов СОЖ номер 1 и СОЖ номер 2, активно участвуем в различных форумах, акциях, ведем постоянно общественную деятельность. Будем всеми силами стараться развивать РСМ в нашем районе и вовлекать молодежь и двигаться исключительно вперед.
Следует отметить, что важным этапом в деятельности местной организации станет проведение слета сельской молодежи «Нарт», который в текущем году планируется провести в ауле Герухай. В завершении встречи председатель регионального отделения Союза молодежи Беслан Мугу пожелал ребятам удачи и выразил готовность помогать во всех начинаниях.